Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, продолжаем с вами прохождение Totally Accurate Battle Simulator. И чё у нас тут? А у нас тут в описании ссылочка на плейлист, между прочим, с прохождением по данной игре. И мы, собственно, стартуем, это, если не ошибаюсь, четвёртая. Или вторая, или третья. Четвёртая или... Я запутался. Неважно. Короче, продолжаем кампанию. Вроде бы четвёртая. В общем, стартуем. Так, мы остановились на приключениях. И тут у нас, смотри, это мы сделали, да? А это я оставил, так сказать, напоследок оставил. Коса и скос. А, да. Ой, я ее не выполнил, прошу прощения. Давай-ка сейчас ее. Так. У нас косильщики с... 8000, охренеть. Так, их нужно как-то это... А они серьезные, пацаны. Они довольно серьезные. Давайте думать, что. Давайте попробуем тех же на них поставить. Ну, в смысле, тех же пацанов. Тачка, это победная катка, все. Это победная катка, я тебе говорю, все. 100% победная катка, поехали. Все. Давай, яблочком. И пошел. Это было неожиданно. Короче, нас сделали. Ах вы, блин, ребята, а? Ладно, хорошо. Допустим, пугало. Чисто закидаем их воронами. Пошли. О. Хорошо, вороны, давайте. Так, сколько-то там забрали, но сейчас нас заберут. Блин. Вороны быстрее. Вороны. Да они какие-то прям имбалансные, эти косари. Косари. Не знаю, как правильно. Давай вот чисто мясом их закидаем. Что-то их немного получилось. Хоть один отъедет, мне интересно. Ну да, они, по идее, сейчас друг с дружкой биться будут, или что происходит? Не понимаю, что происходит, когда мы кидаем колбочки. Я вообще не понимаю, что происходит, когда мы колбы кидаем. Нет, друг друга они не бьют. А что они делают-то? Почему они зеленые становятся? Это яд или что? Кидайте. Не останавливайтесь, ребята, не останавливайтесь. На вас вся надежда, не останавливайтесь. Вся надежда на вас. Давай, победную катку. Там хоть один отъехал у них? У них ни один не отъехал даже. У них ни один не отъехал. Вообще ни один. Только один застрял. Я думал, тут что-то есть. Да, кстати, в комментариях объяснили то, что на картах есть заныканные деревья, какие-то черепки, ключики и прочее. Типа, нужно искать, и будет какая-то секретка. Но пока, не знаю, будем просто так смотреть. Целенаправленно искать не будем, будем просто осматриваться. Так, если найдем, найдем. Так, стеновал, тачка, пугало, косарь. Давай, стенка на стенку, давай. И пошли, красавцы мои, пошли, давай. Ой, какие звуки страшные. Ладно. Ну мы проигрываем. Или нет, погоди. Давайте, ребята, я вас верю. Не-не-не, слив. Это слив, ребят, нужно что-то делать. Можно попробовать, смотри. Берем вот эту вот линию, которая их отвлечет, да? А она их реально отвлечет. Они просто на них накинутся и все. Потом мы берем тачку. Нет. Фермеров чуть-чуть. Чисто отвлекающий маневр сейчас будет. Угу. Так, все, это есть. Теперь тачки. Раз, два, три. Раз, два, замыкающий. Погнали. Блин, они же быстрее поедут. Плохая идея. Тачки нужно ставить прям вот в самой задней части. Нужно успеть, чтобы они дошли. Давай, прыжок! Нет, давайте, да, просто мясо сейчас устроим. Мясо. Ух, они сейчас охренеют. Ой, у меня сейчас компьютер охренеет. Сейчас, ребят, будет, возможно, просадка по FPS. Возможно, будет просадка.
Ё-моё! Я даже приближать не буду. Мы просто подождем. Просто подождем. Йоу, кто-то вверх взлетел. Накидывайтесь, накидывайтесь. Давайте, мои хоббиты. Давайте, давайте, давайте. За Фродо, за Бильбо, за Шир, давай. Я боюсь даже приближать. Ооо, FPS-ики-то как идут тяжко. Не, все равно проиграли. Все равно проиграли. Все равно проиграли. Все равно проиграли. Так, нет, это не наш вариант. До свидания. До свидания. До свидания. Да, удалитесь. Все, удалились. Хорошо. Давай туземцев. Костяной маг, точно. Костяные маги, они их просто сейчас закидают. Понимаешь? Они как работают? Они кучкуются. Идут на одного. Ну, вот эти пацаны. Потом эти кидают. Не знаю, как это называется. Магию свою волшебную, из-под земли вылезает то ли камень, то ли что-то еще, и наносит урон. И это вот сейчас будет вообще супер. Во! Погнали. И пошли, 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 родные. Давай, кастуй. Во, во, вроде что-то делают вроде. Не. Ладно, хорошо, тяжелая артиллерия пошла. Мамонты, раз, два, три. И что-нибудь, кого-нибудь сюда бы мне еще. О, что-нибудь, кого-нибудь сюда бы мне еще. О, вот так. Все, мамонты пошли, мамонты пошли. Мамонты — это уже серьезно. Даже сяду по-другому. Вот, вот. Вот пошло, пошел, 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 пошел. 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 Так, минус мамонт. Блин, минус два мамонта. Минус два мамонта. Один еще жив. Мамонтенок, давай. Давай, 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 давай. Сможем, сможем. Нет, не сможем. Да вы что, угораете? Давайте копейщиков. Чисто дальний бой будет. Может, получится что сделать. Так, так. Во, 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 во. Молодцы, 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 молодцы. Опа, 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 опа. Да ты смотри, что творят, а. Смотри, что творят. Блин. Они подошли, они подошли, они подходят, 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 подходят. О, все, есть шанс, есть шанс, есть шанс. Победная катка, победная катка. Это победная катка. Это все, победная катка. Победная катка, победная катка. Я специально не использую более высокие юниты. То есть, типа, грубо говоря, если против нас чуваки из, ну, эти, как его, крестьяне, то мы используем либо крестьян, либо ниже. Просто если идти выше, то это уже неинтересно будет, я считаю. Это было тяжело, это было прям тяжело. Так, здесь что у нас? А почему они так стоят? Слушайте, а тут, в принципе, можно сделать, знаете, как вот так. Смотри. Опа! 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 Ну чё, блядь, не так интересно теперь? Чё-то это как-то слишком просто было. А давайте, знаете, может быть, это нечестно, я не знаю, как правильно в этой игре работать. Давайте так, вы напишите в комментариях, как нужно делать. Если против нас фермеры, то мы используем фермеров и ниже, грубо говоря. Или используем только тех, которые вот у нас представлены, против которых мы бьемся. Блин, как я долго говорю, надеюсь, смысл вы поняли. Давайте-ка мы попробуем еще раз, но использовать именно пацанов из античности, которые против нас здесь поставлены. А еще возьму минотавров, да и все, смотри. И пошла мясо, пошла мясо. Ой, хорошо, ой, хорошо. Ай, хорошо, мои минотаврички. Ай, хорошо, вставай. Ой, в смысле? Не, подожди. Подожди, не-не-не, я должен пройти этими пацанами. Вот вам два Зевса, сейчас охренеть. Смотри, сейчас всех током. Опа, опа, смотри. Опа, еще раз, опа. Вообще не подпускаем. Вообще без шансов. Короче, пишите в комментариях, как нам лучше использовать, какие юниты. Но здесь было довольно легко. А чё я там Зевсов-то не использовал? А, ну да, это же не те. Ну вот сейчас против нас кто? Против нас... Ну, давай. Не пугай.
Так, бежим. 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 Вот это да, это боец, а это холодец. Все, понятно, понятно, это было легко. Это было легко. Так, против нас пацаны. Пацаны из каменного, из античности, из каменного, из античности. И еще король. Так, ладно, давайте-ка начнем с туземцев. Мне кажется, вот это победная катка. Камушек, пошёл! А я думал, будет лучше. Я думал, будет лучше, слышь? Не-н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 е
Ну, друиды. Все, это друиды теперь. Обожаю их. Давай, давай, короля, короля, короля. Блин, блин, а вот король проблема. А вот король проблема для нас. Король проблема для нас, король для нас проблема. Хорошо, делаем вот так, смотри, да? Ставим, сколько? Раз, два, три, четыре, делаем четыре. Раз, два, три, четыре. Потом вот так вот. И я не знаю, кого бы еще, кого бы еще. Кого бы еще так, кого бы еще, кого бы еще, кого бы еще. Ну тут, в принципе, смотри, дальний бой, да? Эти маги закидывают их, потом дальний бой закидывают сюда. Нам нужно кто-нибудь из ближнего боя. У них есть античность, поэтому берем античность. Давай возьмем копейщиков 10 штук. О, пошла. О, о, хорошо, 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 очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо. Еще щитовики, маги кастуйте, маги кастуйте. Маги кастанули, все, теперь все на короля. Ебать, я стратег, стратег. Реально стратег, смотри. Ну чё? Ну чё, король? Еще минус король. Возможно, король пойдет на превью. Не точно. Так, ну это будет просто. Почему? Да потому что эти чуваки только хилить умеют, да и все. Мы прям сейчас разберем их, наверное, даже копьеметателями. Во. А почему они стоят на месте? А, они хилят этого, они хилят этого. Они воина хилят! Копьеметатели, давайте. Они хилят воина только одного, усиливают его, вот этого, вот этого. А он застрял. Он пройти не может. Он не может пройти. Он не может пройти, не можешь пройти, не можешь пройти. Ой, как его усиливают, но его это не спасет, я думаю. Хотя, блин, он меня пугает. Он меня пугает. Он меня пугает. У него взгляд такой целеустремленный. От него можно чего угодно ждать. А превью хочешь? И копья! Копья! В смысле? В смысле? Че это было, блин? Подожди! Вы же его хилили! Вы че? Вы че, юниты, целители, вы че творите? Вы че творите? Вас чуваки, блин, в набедренных повязках сделали. Вот это воины. Просто команда мечты. Команда мечты. Вы че, че с тобой, че с тобой? Вот наш главный чувак на прививке. Или знаете, когда там кого-то спрашивают в универе, либо в школе. Знаете, на вопрос. Ты такой, я знаю, я знаю, я знаю. Меня спроси, меня спроси, спроси меня. Меня спроси, меня спроси. Я все знаю, меня спроси. Вот, идем дальше. Идем дальше. Так. Так, опа, вот эти пацаны серьезные. Эти пацаны серьезные, сколько я помню. Они кастуют вокруг себя защитную стену. Копья. Блин, черт. Сейчас будет стена. Сейчас еще стена. И все наши копья пролетают мимо. Вот это сейчас будет интересно. Хотя, может, получится. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Не, не успеем. Все, все, все. Слив, 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 слив. Слив. Непобедная катка. Непобедная катка. Нет, не по... нет, нет, нет. Все, 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 все. Не, без вариантов. Вообще без вариантов. Да, ну, у нас еще остались. С метра промазать.
Давай, чувак, вся надежда на тебя. Давай, побежали, побежали. Ладно. Заново. Так, понятно, плохая история. У нас тут получается, вот есть фермеры, да, и викинги. Можно попробовать викингов. Наверное. А что валькирия делает? Еще как валькирии кину. Ни хрена себе! Вот это они влетели. Вот это вы молодцы. Только толку вас разберут сейчас. Нам, по идее, лучше всего сейчас отрабатывать через защиту. Что это означает? Смотри. Мы берем. У нас тут кто? Фермеры есть. Отлично. Берем пацанов с щитами. А фермеров нету. Берем варваров. Раз, два, три, четыре, пять. Смотри. Раз, два. Подальше. Раз, два, три, четыре, пять. И теперь дальний бой. Давайте, лучники, я в вас верю. Щит куда поднял? Опусти щит, дурак. Дурак, щит опусти. Щит, чтобы защищаться, а не чтобы его... Так, тут сложно начинается, сложно. Но поскольку у них здесь король, это значит, мы можем зайти в средневековье. Но это я, мои правила, которые я сам придумал. Смотри, раз, смотри, да? Два, смотри, три, ага, четыре. О! Лучники пошли. Вот, хороши, давай. Все, эти пошли в мясо, все. Этих на разборку. А эти сейчас стрелять еще будут. Ну как будут? Пока этот не кастанет щит. Ну, щит, стену. Давайте, лучников много, много лучников. Ой, как. Не успел выстрелить. Победа. Просто лучники, пацаны. Бедный король. Это какой король за эту серию? Ладно, давай следующих. Так, кто у нас здесь? Рыцарь. У меня есть соточка. Ну, не рыцарь, а оруженосец. Ну, давай, кто кого, давай. Усеньки, на! Подсторожил из-за угла. Гопник местный. Подсторожил из-за угла. Так, это кто? Да вы чё, ну это ж барды. Они же ничего не сделают. Это несерьезно. Барды — это вообще фигня. Только эти барды что-то нападают. Барды обычно не нападают. Барды обычно бегут. А вот все, побежали. Давай. Накидываем, родные. Накидываем. Ну, давай. Ай, молодец. У этих пацанов своя туса, у них своя волна тут. Просто по одному их выковыривают. А чё такие косые, туземцы? Туземцы? Есть? Этот застрял. Просто резко. Куда ему хоть зарядили в спину? Слушай, он как он уворачивается, смотри. Все, тут он уже не увернулся. Все, отпел свою песню, бард. Так, а это мы где? А это мы куда уже ушли? А это нормально. Несколько катапульт. Катапульты — это фигово, говорю сразу. Катапульты — это у нас получается средневековье. Да, средневековье. Нам нужно очень быстро дистанцию уменьшить. Уменьшить дистанцию нужно. На ум приходит тачка. Тачка моя любимая. Но давайте лучников. Просто лучники смогут стрелять издалека. И если мы их поставим раздельно... У меня нос чешет, извините, не могу что с собой сделать. Стоять. Ничего себе сделать не могу. Да что ж такое-то? Я же не бухающий вроде. Ну не вроде, а только чай. Только чай, кофе там, кефирчик, молочко. Тут что-то есть. По-любому что-то есть. По-любому. Что-то за... Не, ладно. Ладно, возвращаемся. Лучники. Thank you.
Не, ну, в принципе. Сейчас нашим перезарядится и все. Так, катапульта одна сломалась, все. 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 А что так легко? Блин, есть очень сложные, а есть очень легкие. Это что за пещерка? Это что за пещерка? Пошли в пещерку. Там по-любому что-то есть. Вот в пещерку идем. А это что такое? Блин, прикольно выглядит. Пёсель такой хороший. И тут пёсель. Ошейник какой-то или ожерелье. Нет, это, наверное, ожерелье, судя по форме. Ну да ладно. А где враги? А где враги? А врагов нет. Подожди, я вижу пугало. Чё это за пугало? Откуда здесь пугало? Это туземцы, тут нет пугала. А, такое пугало тут может быть. Короче, они в пещере по-любому заныкались. Прям посмотрим. О, страшненько. Ни хрена себе. Ё-моё, ребята, нам конец. Тут прям целая армия. И это еще максимально стрёмно выглядит. Они как будто поклоняются этим собачкам. Тут слишком много народу. Слишком много народу. Сейчас будем туземцами биться против туземцев. Почему он не загорается? Блин, это очень стрёмно. Это очень стрёмно выглядит. Пипец. Сейчас скринов наделаю. Превьюха будет огонь. Да вряд ли будет превьюха огонь. Я в этом деле такой. Знаете. Тут никаких секретиков нету. А как будто есть. Как будто есть. Так, у нас есть несколько вариантов. Давайте думать. Смотрите. Мы можем выстроить здесь стену и не пустить их. Ну, стену в смысле из друидов. Ну, вы поняли, да? Костяной маг. Они сейчас будут просто спамить эту штуку на входе, и никто не пройдет. Побежали, побежали, побежали. Быстрее, быстрее, друиды. Быстрее. Все, первый пошел. Во-во-во-во-во, хорошо, хорошо. Ё-моё, в лицо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У них тоже друиды есть, ну эти костяные маги. Так. Так. Так, плохо, 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 плохо. Нет, подожди, хорошо, 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 хорошо. Идем, 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 идем. Идем. Главное дойти, главное дойти, главное дойти. Хотя бы один дойди, хотя бы один дойди. А кто еще у меня жив? Блин, как это громко было. Так, ладно, не вариант, не вариант, не вариант, не вариант. А если вот так? Музон классный. Давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. 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 Давай, 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 давай. Давай, щеми их, щеми, щеми. Мы слишком кучкой идем, слишком кучкой. Все, отлично. Остались только стрелки. Давай. Да, победа, победа моих пацанов. Вот проход. Смотрим, есть ли тут что? Ой, это выглядит максимально стрёмно. Можно на превьюху взять. Тут все на превьюху можно взять. Нравится, 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 нравится. Все на превьюху возьмем. А вот ожерелье мне интересно. Нет, никак ничего не происходит. Никак ничего не происходит. Нажимай, ничего не происходит. Где эти секретики спрятаны? Хрен его знает. Ладно, следующая битва. Следующая битва. Вы сейчас серьезно опять против одного биться? Сейчас, смотри, что будет. Опа! Блин. Ладно. Споткнулся, да? Споткнулся, споткнулся, споткнулся. Споткнулся наш легионер. Ой, это не легионер, это же гоплиты. Это гоплиты получаются. Споткнулся. Так, смотрим, как глубоко мы забурились. Смотрим, как глубоко мы забурились. Смотрим. Компания. Так.
Так, так, нормально, нормально. Вовсе не засада. В смысле вовсе не засада? А чё вы читеры такие? Топор? Стоп. Может быть, может быть, может быть. Да ну! Да ну! И чё? Палача нашел? Открыта тайна, палач. Ну-ка, давай сейчас его затестим сразу. Почему палач здесь? Так, тайна. Палач. Нифига себе у вас. Давайте, мои норды двуручники. Давай, давай, давай. Нифига себе огромные. И пошло мясо. И пошло мясо. Слушай, нам хана. Такие звуки. Хочу посмотреть на команду, которая озвучивала все это. Слушай, мы можем выиграть. Мы можем выиграть. Но это будет нечестно, я считаю. Потому что мы тайну использовали. Мы использовали тайну, это нечестно. Будем сначала использовать средневековье, пацанов из средневековья. Если получится, то честно. Сразу выставляем лучников. Прям здесь. Объясняю, почему здесь. Сначала мы будем стрелять по этим, и они все сразу отъедут. Хопа! И пошли! Пошли, родные, все. Теперь резко разворачиваемся и отстреливаемся. Давайте, ребята, я вас верю. Давайте, я вас верю, ребята, я вас верю! Тот свалился. А вы откуда здесь делись? Стреляйте, 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 стреляй, 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 стреляй. Не, нормально, 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 нормально. Нам только перезарядиться и все. Блин. Ну один-то остался, ну один-то остался, один остался. Ну перезарядитесь, блин, он рядом стоит, попадите вы в него. Чё, сзади прилетело? Нифига себе, Леголас, что творишь? Нифига себе, Леголас, что творишь? Нифига себе, Леголас, что творишь? Как ты вообще попал в него? Охренеть. Офигеть, он мощный. Дальше идем. Мамонтенки. Не, плохая идея. Короче. Без мысли, без затей, куча людей. Так, много кого потеряли уже, кстати. Да вы чё? Да вы чё делаете? Чё так легко? Один застрял. Победная катка. Победная катка с первого раза. Вот это я красавец, конечно. Господи, бедный мамонтёнок. Тут может чё есть, а? Может, что есть тут, а, фигурка? Может, тут что-то есть? Должна быть. Должна быть какая-то секретка. Нет. 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 Что у тебя под шлемом заныкано, а? Нету. 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 Следующий. 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 Так, вот это проблема может быть. Это у нас средневековье. Это значит лучники. В смысле вы на здание стрелять не можете? Катапульта ушла. Не, ну это что-то слишком легко. Хочу прям жести. Че, один только остался? Как вы это сделали? Куда стреляет? Зачем стреляет? Так, ну это слишком легко. И чувак с топорами. Смотри, сейчас что будет. Ни хрена себе! Целься! Целься! Косые. Ммм.
сложно. Не, можно, конечно, прям такого же поставить, но такого же не хочу, неинтересно. Это, получается, у нас средневековье, викинги. Это у нас берсерк получается, да? Это у нас берсерк получается. Так, понятно. Плохая идея, плохая идея. Ой, очень плохая идея. Рыцарь! А, мы же не можем таких дорогих брать. Давай. На одного прыгаешь, другие... Нифига себе, он два прыжка делает. Чё творит? Бешеный какой-то. Давайте дубинками. Победа, все. Победа. Чё-то быстрая победа какая-то. Слишком просто для меня. Это слишком просто для меня, я считаю. Тачки. А вот теперь будет больно. Тачки — это сильно. Копья. Копья. Копья! Всем копья! И поехали, бешеные. Ё-моё! 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 Эти тачки, они прям реально страшные. Один вообще взлетел. Нет, ну это прям... В полете, парень. Подожди, а как их? Давайте защитников, они танканут. А мы уже копьеметателями дальше полирнем все это дело. Вот тебе и сложно, кисель. Хотел сложно, получай сложно. Давай. Они летят на защитников. А мы закидываем копьями. Ну, план был такой, по крайней мере. Не вытащим, не вытащим, не затащим. Или затащим, погоди. Нет, 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 не затащили, не затащили, не затащили. Так, вот тебе и сложности, кисель, вот тебе и сложности. Так, ладно, хорошо, убрать все. Тяжелая артиллерия, мамонты. Давайте, мамонты. Мамонты. Блин, минус один мамонт. Минус один мамонт. Оба-ба-ба, давай. Оба-ба-ба, давай. Давай, 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 давай. Давай. Давай, мамонт. И не умею, забыл как делать, сейчас помню. Мамонты победили, сейчас, секунду. Блин, я забыл, как это делать. Нет. Блин, я не помню. Зугл должен быть похож на слона, типа. Так, ну ладно, получилось. Рыцари. Так, берем античность. Средневековье. О, у него башка закружилась. У деда башка закружилась, давление поднялось. Во! Во! Давайте, лучники. Ой, блин, у них же щиты. Нафига я лучника взял? Апа-па-па-па! Понял! Не, лучники могут, могут. Уже не могут. Ладно, 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 окей. Апа-па-па-па. Берем короля, смотри, да? Усиливайте короля, защищайте короля, защищать короля против этих рыцарей-предателей, которые посмели поднять против меня бунт на мой трон, на мое государство, на мой народ. Я должен защищать, отстаивать своих этих, господи, как их, подданных. Давай, давай, король, на твоей стороне сила, сила на твоей стороне. Ученики Мерлина встали за тебя. Давай. Давай. Вот. Вот.
Ладно, это все, конечно, сейчас смешно и интересно, но... Ну, давайте-ка, наверное, сейчас посмотрим, как мы далеко продвинулись. Не хочется сильно делать большой выпуск, большое видео сильно не хочется. Вам тяжело смотреть, наверное, будет во временном плане. Поэтому пишите, как бы вам было удобнее касательно времени. Давайте вот здесь тормознем. Да, тормознем здесь, потому что 30-40 минут, вот это, в этот промежуток, по мне, он идеален. Но я могу и час, и больше за один выпуск. Поэтому, как бы, ну, пишите, как вам удобнее будет. Потому что, ну, играю-то я, смотрите вы, собственно. Так что... Как вам удобнее, пишите в комментариях, короче. Сделаем дискуссию на этот вопрос. Может быть, даже, не знаю, опросник в YouTube сделаю. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо за ваши лайкосики, за ваши подписочки, за лайкосики, вот эти просмотры, за все вот это вот прекрасное. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми прохождениями Totally Accurate Battle Simulator, то есть Tabs. И по другим играм, может, тоже накидаю. И один большой плейлист с прохождениями вообще всех игр там. Много чего, поверьте, и будет еще больше. Так что заканчиваем, друзья. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами, получается, мы уже завтра. До встречи.